Так, всем добрый день. Сегодня мы рассмотрим программу Вальтек, которую будем также рассматривать поэтапно несколько приемов. Ну и результаты расчета мы сопоставим с той программой, которая уже разобрана у нас на сайте YouTube. Это Овентропа ZC5.0. Насколько будут отличаться результаты расчета? Ну и сопоставим обе эти программы. Итак, заходите вы на сайт Вальтека. Здесь есть меню, находите программы, открывается вам окошко, ну и скачиваете программу. И скачивается она в виде, как вы видите, архива. Дальше этот архив разархивируете. То есть появляется вот такой вот группа исполнительных файлов, ну и не только исполнительных, а сопутствующих. Ну и нажимая данную иконку, то есть данный запускаемый файл, то есть у вас появляется окно вашей программы. Так, расчет мы будем вести все того же домика, чтобы были адекватное сопоставление с программой OZC 5.0. так, ну давайте сначала ознакомимся, что из себя представляет программа. То есть при запуске программы появляется данное окошко. Так, меню файл, здесь все понятно: новый, открыть, сохранить, сохранить как, выйти. Следующие инструменты, здесь высвечиваются те инструменты, которые вам понадобятся для расчета, например, калькулятор, конвектор из одной величины в другую величину. Дальше генератор бланков, там можно отредактировать, как выводить бланки. Дальше перевод из характеристики КВФ, коэффициент местного сопротивления, температура точки росы. То есть вот такие стандартные окошко высвечиваются. Так, ну и настройки. Вот обращаю ваше внимание, то есть в настройках нужно сделать следующее. Во-первых, принять. То есть изначально стоит 1999 год. Вам нужно принять 2013. Это база по климатологии. Здесь даже ошибка. Можно, если что, сказать разработчику. То есть, ну и принять. То есть эти данные сохраняются, и в дальнейшем при запуске программ, то есть эти значения у вас не изменяются. Следующее меню «Помощь» – это руководство, которое лежит непосредственно в папке установки программы. Ну и справки. Здесь находятся некоторые данные. Ну вот, например, климатологию открываете. То есть здесь можно выбрать любой город. Посмотреть результаты. То есть если что-то не соответствует, можно даже исправить, потому что здесь и сохранить изменения. То есть можете посмотреть, ну если есть какие-то ошибки, возможно исправить. Но вроде ошибок здесь как таковых нету, что касаемо данного города. То есть, ну, мы изменять ничего не будем. А так можно исправить и заменить, если вдруг что-то у вас не получается. Так, ну и также в справках есть различные справочные материалы, которые таким же способом можно изменять. Ну, например, трубы. То есть можно выбрать варианты, ну и точно так же изменить. То есть здесь у нас в задаче это не стоит. Так, ну и помимо, ну еще стили, это, то есть преобразовать окошко в различные варианты. Ну, оставим по умолчанию, как в настоящее время у вас происходит. Так, первое, что у вас высвечивается, это вот окошко. Слева вводится информация, справа здесь как бы идет выпадающие списки в виде подменю. Здесь можно выполнять расчеты различных вариантов. То есть как по отоплению,
так и по водоснабжению, ну и можно выполнять гидравлику и аэродинамический расчет дымовых труб. То есть вот что из себя представляет данная программа. То есть принципы установки, ну и еще раз повторяю, то есть расчет мы будем вести вот этого дома, чтобы результаты сопоставить двух программ, которые уже у нас рассмотрены. Всем спасибо за внимание. До следующего видео, где мы продолжим разбирать данную программу. До встречи!